Российской академии художеств состоялась презентация монографии нашего земляка, ведущего научного сотрудника Чувашского института гуманитарных наук Алексея Трофимова. Она посвящена национальному искусству, скульптуре и архитектуре. Книга состоит из двух частей. В первой рассказывается об основных течениях и направлениях в искусстве. Вторая полностью посвящена нашей республике. Представлен подробный анализ изобразительного искусства Чувашии разных времен, школ, стилей и направлений. Высокую оценку труду Алексея Трофимова дали президент Российской академии художеств, известный скульптор Зураб Церетели. С монографией ознакомились и другие академики. Подготовка вот таких больших монографических работ, она, конечно, очень важна и для образовательного процесса, и для научно-исследовательского развития. Именно базы искусствоведческой. Поэтому, безусловно, мы очень рады, что сегодня такое событие в Академии художеств происходит именно в Москве, потому что многие, кто не так часто имеют возможность посетить Чувашию, имеют возможность познакомиться в Москве на выставках с творчеством художников Чувашии. И благодаря монографиям, научно-исследовательским работам с искусством именно конкретного региона.